до удаления, я думаю, что, в общем-то, мы имели достаточно ощутимое преимущество над соперником. В общем-то, это вылилось в то, что мы неплохо контролировали мяч, особенно в первом тайме, имели, в общем-то, до забитого мяча еще два таких неплохих подхода. Вот. И, в общем-то, ну, считаю, что полностью как бы контролировали игру. Но ключевой момент, наверное, вот это вот все-таки удаление, которое, в общем-то, ну, концовку матча, в общем-то, перевернуло все. Ну вот, поэтому где-то соперника уже терять было нечего. И мы, в общем-то, концовку ощутили. Такое приличное давление со стороны хозяев, которое, в общем-то, и вылилось вот в этом забитом мяче. Вот. Так что осадок однозначно как бы остался от результата. Потому что, я говорю, большую часть как бы матча все-таки мы имели. Ну, считаю, что преимущество над соперником, я имею в виду и в контроле мяча, и как бы и в тех же эпизодах, и подходах. Вот. Ну, к сожалению, я говорю, вот это вот удаление, в общем-то, нас немножко как бы подкосило. Коллеги, есть вопрос? Удаление Мануковского. Все-таки, думаете, не слишком ли строго ваш арбитр рассудил этот эпизод? Ну, сложно сказать. Если, может быть, по второму нарушению где-то можно согласиться с судьей, то первого мы так и не поняли, за что там первую карточку нам дали. Команды играли, соседи по турнирной таблице, вы уже знали, как сыграли другие команды. Чувствовали это давление, что победа могла вскинуть вверх? Ну, однозначно, конечно, это как бы накладывало. Это, в общем-то, ну, в общем-то, наверное, как бы игра, наверное, была за 6 очков. А вот учитывая, когда место в турнирной таблице, в общем-то, мы находились рядом. Поэтому, конечно, очки нужны как нам, так и хозяевам.